Евгений Соломонов. Один из лучших бомбардиров экстралиги последних лет. Еще летом мы побывали в Гомеле и попросили игрока рассказать о своих любимых местах в родном городе. Ну и о себе, конечно, тоже. Разумеется, одно из самых любимых мест в городе Гомеле – это, конечно же, Ледовый дворец. Такое чувство, что ты жить без этого Ледового дворца как бы и не можешь. Это, как говорится, второй дом твой. Когда-то открывали мы эту арену в 2000 году. Это было просто незабываемо для меня. В то время это была просто какая-то мечта детская у меня. Я очень хотел стать на настоящий лед. То, что первый воспитанник, мне кажется, это дорогого стоит. Это приятно, поверьте, когда тебя ассоциируют с гомельским хоккеем. И это очень внушает как бы, и придает некого стимула. Я показываю своим примером, своим же ребятам, гомельским маленьким детям, которые, что я патриот этого клуба. Если бы, я думаю, для меня не было это важно, я давно бы сменил бы белорусскую команду. Но я отстаиваю цвета гомельского хоккея, как бы, и сам для себя я ставлю. Не могу я предать этот родной город, потому что я столько отдал здесь, я здесь начинал, столько вложил сил. Ни для кого не секрет, что я хочу попробовать свои силы в КХЛ. И руководство знает, мои близкие друзья знают, семья моя знает. Нас связывал контракт еще на один год с Гомелем. То есть я решил доиграть здесь. А в следующем году, конечно, я уже хочу выступить на перспективном уровне. Первое качество это мое, это скорость. Второе, наверное, бросок. Ну, конечно, я, наверное, думаю, что мышлением где-то беру иногда, ловкостью. Ну, а если взять со свое минусы, то, наверное, это будет... Я очень нервничаю иногда, я очень вспыльчивый. То есть вот это вот бывает иногда, эмоция меня перехлёстывает. Сейчас с рождением появления дочери мы сейчас с женой проводим очень много времени именно здесь, в сквере. Каждый вечер практически с женой прогуливаемся с колясочкой. Мы здесь отдыхаем, с женой делимся впечатлениями за прошедший день. Да, это произошло именно на чемпионате мира. Мне пришла, получается, жена, наверное, смс-ок 12 написала, что у нас родилась дочь. Я прочитал, это как раз было у нас до игры, и я получил в тот просто момент такие колоссальные эмоции. Это просто непередаваемо, правда. Я был такой счастливый. Мне казалось, что просто мир остановился. Мы с моей женой Инессой немножко долго спорили на эту тему. То есть, как же назвать, чтобы имя подходило к дочери. То есть, ну, это в дальнейшем же все-таки очень важно. Ну и в итоге назвали Ника. Одно из самых любимых мест нашей семьи – это, наверное, развлекательный центр, где мы часто приходим покушать суши, либо провести время. Там есть же караоке-бар. То есть, ну, иногда отдыхаем, когда есть возможность какая-то. Конечно же, Гомель славится своим экзотическим парком, своими сооружениями, красивыми историческими зданиями и множество разновидностей деревьев. И, конечно, здесь отлично можно провести время. То есть здесь большое скопление людей, здесь всегда какие-то конкурсы, здесь всегда какой-то смех, здесь какие-то положительные эмоции. Но в связи
с нашими летними прохождениями предсезонки, то есть изнурительной работой, мы здесь в этом парке бегаем кроссы, довольно-таки большие. И в последнее время, когда я сюда даже езжу на отдых просто, мне кажется, что я где-то через минут 5 выйду опять на работу. Либо Сол, либо Соломон, то есть когда как ребята называют. Хобби. Честно, я очень люблю компьютерные игры. Спортивный симулятор это NHL, футбол. То есть, ну, может быть, иногда какой-то шутер пострелять. Но в основном я люблю больше спортивные какие-то игры. Один из самых моих любимых, это уже, конечно, не действующий хоккеист, это Павел Буре. Но все равно, когда играю на приставке, на своей, я его всегда создаю и как бы продвигаю уже с маленьких ступеньки. Я люблю машины, мне очень нравятся машины, нравятся журналы, я очень много читаю про машины. Музыка, ну, есть, да, какие-то, я больше люблю клубные. Обожаю комедии, мы с женой частенько смотрим комедии по вечерам, то есть, ну, я очень люблю комедии. Ну, конечно, иногда мы смотрим какую-то фантастику, потому что, ну, без этого тоже хочется что-то увидеть такое новое. Знаете, честно, я с этим по жизни всегда иду. Я всегда знаю о том, что я родился 9 мая. То есть я всегда должен быть в душе победитель. То есть, ну, это все-таки не просто так мы рождаемся, а какое-то есть предназначение, то есть, ну, для чего-то. Я всегда хочу побеждать. Я в душе максималист.